His name is... Всем привет, ребят, с вами Игорёк, и в Epic Games продолжается раздача игр. Собственно, для того, чтобы забрать игру, вам потребуется аккаунт. Регистрация несложная, думаю, у вас с этим проблем быть не должно. Но если что-то не так, там не получается, пишите, всегда помогу, чем смогу. Можно забрать игру как через лаунчер, так и через сам клиент. Я заберу через клиент. Заходим в вкладку «Магазин». Далее, вот здесь у нас встречает такое вот окно, и вот, собственно, раздается игрушка под названием Torchlight. Будет она раздаваться до 18 июля. И следующая игра, которая стала известна, это будет у нас Limbo. Нажимаем на игру, которую раздают. Видите, в гривнах она стоит 289. Мы нажимаем на кнопку «Бесплатно» и можем ее забрать просто в пару кликов. Так, здесь снова нажимаем на «Оформить заказ», нам пишут «Спасибо». И игра добавлена на наш аккаунт и останется там навсегда. Мы уже забрали достаточно много игр. Ну, в принципе, ребят, на этом все. Если вам понравился данный видеоролик, то не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, кто еще не подписан. Всем пока!